Тюмени прошли первые в истории региона соревнования по фиджитал-футболу среди студентов. Это новый вид спорта, который, впрочем, уже становится узнаваемым. Суть и отличие от всех других пониманий либо FIFA-футбол, либо футзал, либо мини-футбол, это в том, что спортсмены сначала садятся и играют в киберкомнате, они набирают там очки, и уже с этим счетом идут на поле, либо отыгрываются, либо увеличивают счет и проигрывают. Развитие киберспорта идет в совмещении настоящего спорта и виртуального спорта. Таким образом, мы получаем абсолютно таких новых спортсменов, которые обладают и навыками киберспортивными, и навыками спортивными. Дебютный турнир собрал 16 команд. Три из них прошли финальный раунд. Медали не с виртуальным, а с реальным мячом разыграли сборные ТВИКу Тюменского медицинского университета и Тюмгу. В драматичной борьбе первое место осталось за курсантами.